Всем привет, дорогие друзья, вы на канале Тренд Кино. Сегодня вам предстоит увидеть сериал под названием «За час до рассвета». 1946 год. Лейтенант Денис Журавлев, пережив немало ужасов войны, пытается вернуться к мирной жизни и устраивается на службу в милицию. Его начальник, майор Шумейко по прозвищу Сатана, человек с тяжелым характером и решение поставленных задач добивается любой ценой. Появление Журавлева в милиции совпадает с началом масштабной операции по обнаружению орудующей в городе банды преступника по прозвищу Клещ. Преступник крайне хитер и изобретателен, и чтобы поймать его, нужно неординарное решение, и Шумейко его находит. Согласно разработанному Шумейко плану, Денису нужно внедриться в банду и выдать себя за бывалого преступника. А помогут ему в этом фальшивомонетчик, аристократ, граф и бывший военный, а ныне бандит по прозвищу Буян. План Сатаны срабатывает, но вскоре становится очевидно, что все вокруг на самом деле не те, за кого себя выдают. Журавлев понимает, что война продолжается в мирное время, и самое опасное в этом то, что друг и товарищ может неожиданно оказаться врагом. Содержание серии. Первая и вторая серии. 1946 год. Капитан Денис Журавлев возвращается с фронта и устраивается на работу в милицию. В городе орудует банда Клеща. Чтобы выйти на матерого преступника, Журавлев предлагает своему начальнику, майору Шумейко, привыкшему добиваться целей любой ценой, неординарный план. Он войдет в доверие к подельнику Клеща Коту и устроит ему побег из автозака, в надежде, что Кот приведет его к главарю банды, автозак попадает в засаду. Сотрудница милиции Ольга пытается из нее уйти, чтобы доложить Шумейко о провале операции, но Журавлев ее останавливает. Привлеченные к операции, в обмен на свободу, бандиты Буян и граф решают узнать у Кота местонахождение Клеща, а потом убить его. Кота спасают его подельники, но Буян, прежде чем скрыться, успевает его ранить. Ольга, Журавлев, Буян и граф едут в ресторан, где встречают Кота и его женщину Ляльку. Журавлев решает за ними проследить, но попадает в ловушку. Кот и Лялька хотят выпытать у Журавлева, кто он на самом деле. Еле живого Журавлева доставляют в больницу, там его навещает Шумейко. Лялька работает в этой же больнице медсестрой и интересуется состоянием Журавлева. Дорогие подписчики, не забываем поставить лайк, оставить комментарий и подписаться каналу.